Перед началом ролика рекомендую ребятам вам подписаться на канал Танки Онлайн Дурбел. Это каналчик, естественно, по танчикам онлайн. Автор только буквально вчера выпустил первый ролик, соответственно, настоятельно рекомендую вам его к просмотру. Также давайте стандартный мини-конкурс от меня запустим на целых 5 контейнеров. Для участия нужно будет поставить лайки данному видеоролику, подписаться на этот, соответственно, канал. Ссылочка на него будет в описании. И в комментариях написать слово «участвую» и свой игровой никнейм. Итоги ровно через 24 часа. Всем удачи, ссылочка на этот канал в описании. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультраконтейнеров, которые ты можешь забрать деньгами, если контейнеры тебе не нужны. И для участия нужно поставить в настройки своего аккаунта тег создателя контента Вайдер, а также лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, и написать комментарий со своим ником и словом «участвую». И все. Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем ролик по танчикам онлайн, где будем пытаться, точнее, проходить, не пытаться, а проходить, соответственно, уже вот эту полностью игру. То есть, сколько мне лично понадобится энергии, чтобы пройти, насколько я у нас лакер, либо наоборот не лакер. Вот, у меня есть на этом аккаунте, соответственно, не пройденный этот этапчик. Скинчиков у меня нету здесь. Вот этих Red Drive Fusion Skin. Вот у меня их нету. О, хотелось бы получить, соответственно, давайте мы с вами это дело и будем пробовать. Кстати, напиши в комментариях, как ты думаешь, сколько мне понадобится энергии, чтобы полностью пройти все 5 чекпоинтов этой темной материи. Вот прямо сейчас затестируем, посмотрим. У меня, кстати, здесь есть уже некоторый пройденный этапчик. На 11 шагов я потратил 100 энергии. Запомнили это число. И 2020 энергии у меня уже остается. То есть изначально у нас получается 2120 энергии на этом аккаунтике имеется. И сейчас поглядим. Посмотрим, насколько я у нас далеко отпрыгну, либо не отпрыгну совсем. Так, а, наверное, для вашего же упокоения нужно звук вот этот убрать, да? Давай мы его сразу офнем, чтобы, как говорится, по ушам не било. И, кстати, я вот не прошу ставить лайки, а ты не ставишь. А почему? А надо? Надо лайки ставить. Я как зашел под какой-то у меня ролик, там даже 200 лайков не набралось. Я такой думаю, ясно, все ясно с подписчиками, ролики не нравятся, все грустно, больно и печально. Так, ну, поехали. Первые, соответственно, чекпоинты плюс 2. У нас максимально лайтовые идут, опять плюс 2, хорошо, хорошо, хорошо. Вот со второго чекпоинта, опять плюс 2, да что ж ты мне так везет. Вот со второго чекпоинта у нас уже, соответственно, начинается прям неплохая такая штучка. Так, а давайте я, наверное, чтобы не забыл это все дело, мы с вами возьмем калькулятор и запишем. Сколько у меня там было? 2120 энергии у нас изначально, соответственно, было. Едем, летим, мчимся дальше. Так, плюс 1. Ах, вот это ты, конечно, вот это ты придумал, конечно, паренечек, прям неплохо. Окей, меня откинуло на 5 шажочков. Неприятная такая штука, но тем не менее мы с вами едем дальше. Так, и мы с вами уже почти приехали, остается нам последний шажочек, все. Первый чекпоинт у нас есть, свои призы мы получили, ну, и самое годное, наверное, это слот четвертый, который у меня уже есть, но это ладно. Без этого, соответственно, тоже с вами обойдемся. Едем, мчимся и летим дальше. Так, опа, мне плюс двоечку дали. Сейчас, по идее, меня может либо откинуть, либо не откинуть. Откин. Нет, не откинь, то хорошо, хорошо. Так, давай. Следующий, 31-й у нас метеоритик. Здесь меня откидывает, к сожалению. Но неприятный такой моментик, скажем так, неприятный моментик. Просто мне вот действительно, я на своем аккаунте вроде как прохожу, вроде как неплохо прохожу, но все равно до 4-го чекпоинта я там у нас навряд ли доберусь. Но вот чисто было интересно, насколько вот мое везение будет наоборот фартовое, либо не фартовое совсем, чтобы вот прям взять и на одном дыхании пройти. Так, метеоритик. Ух, я его перелетел и на следующий метеорит сел. Вроде как хорошо, а вроде как не очень. Ладно.
Помянем. Просто помянем. Минус 10, соответственно, нам дали. Ну, зато мы метеориты с вами убрали. Вроде как была радостная, знаете, такая сторона. Плюс 3 сразу перелетел, но на метеорит приземлился, меня откинуло. Думал, может, сейчас на этом меня не дропнет. Но нет, все-таки дропнуло. Окей, ладно. Мчимся и едем у нас дальше. Так, здесь, по идее, сейчас меня может на плюс 2, на метеорит встал и... Да опять откинуло, да хорош! Я просто в шоке. Ну, я здесь встал на все метеориты. Откинуло меня на, получается, от 2 до 3 чекпоинта 3 раза. Это минус 15, соответственно, шагов, минус 150 энергии. Грустно, больно и печально на самом деле. Так, ладно, мы с вами забрали легаси скинчики, приехали уже на 3 чекпоинт. Здесь у нас уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 метеоритов, которые мы с вами должны преодолеть. Поехали. Пожалуйста. И не скам. Вот только не скам, давай. Плюс 2. И меня откидывает. Давай все заново. Ребят, приснилось. Просто приснилось. Вы не обращайте внимания. Это такое бывает. Это, знаете, там приколы всякие ореховские. Знаете, орех еще тот у нас приколист. Там любят поприкалываться, что-то интересное подделать. Что-то там еще навострячить, поэтому ладно, едем дальше. Плюс 2. Не откинуло первый раз, о боже мой. Плюс 2. Опять не откинуло, да ты ж моя радость, да хорошо. Сейчас плюс 2 и не откинет. Нет, плюс 1. Страшно. Следующее. Откидывает. Иу. Правильно, правильно, а ибо нефиг так быстро у нас лететь. Правильно? Правильно. Поэтому давай, помчались у нас дальше. Едем, мчимся. Уф, плюс 3, хорошо. Вот это было отлично. Так, 60-й, соответственно, станции. И меня на 60 станции откидывает. Блин. Но я у нас уже потратил 600, получается, 720 энергии. 720 энергии я у нас пока... 730 уже энергии, я у нас пока на 56-й станции разрушенного корабля. Ладно, ладно, здесь мы, в общем-то, у нас все прям без всяких на то либо напрягов. Едем, мчимся, вот сейчас там в конце пойдет. Просто жесть, так и... Так, нормально. Нормальненько. Так, здесь. Да хорошо, а здесь? Откидывает. Да ты запарила, ну серьезно, да я... Что-то я уже начинаю сомневаться, а хватит мне вы вообще 2000 энергии или не хватит, а? Вот в чем вопрос. Что-то я прям реально начал сомневаться. Так, ладно, едем, мчимся. Здесь меня не откинуло, слава богу. Так, ладно, 67-й, я у нас забираю себе Криса, броненосца и устройство пульсара, оно вроде называется, если нет, то... Так, здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 метеоритов. Не очень хочется, чтобы меня на них на всех откидывало. Надеюсь, что мы сейчас какие-то с вами немножечко пролетаем. Так, 72-й у нас, и мы здесь на... Нет... А здесь? Нет! А здесь? Нет! Офигеть! Тупо взял и съел 3 метеорита. Хорошо. Хорошо, это замечательно. Так, а здесь? Откидывает. Блин. Ну ладно. Но 4 подряд, это я согласен. Было бы уже наглостью. Но все равно было бы неплохо. Было бы нагло, но было бы все равно неплохо. Так, едем, мчимся дальше. В принципе, пока энергии не очень много у нас потрачено, но тем не менее, уже прям и немало. Уже, то есть, косарик 10, ага. Хотел сказать 1000, 1010 мы уже с вами слили, но уже больше слили. Ну ладно, мы мчимся. Откинуло еще. Следующий у нас метеорит на 80-й станции, было бы неплохо его облететь, либо... Так, все, нет, нормально. Ну вот это давай хотя бы облетим. Да нет. Так, хорошо. Отлично. Так, ну и здесь сейчас все у нас шаги. Не откинуло.
Не откинуло! А не откинуло! Три подряд! Не откинуло! Четыре подряд! И я вот этот облетел! Хо-хо-хо-хо-хо. И опачки прилетели. Получили 960 батареек, 2100 танкоинов, 63 конта, 135 тысяч и, соответственно, скинчики. В итоге, у меня, получается, осталось 980 энергии. 980 энергии, у меня потрачено 1140 энергии на полное прохождение, соответственно, этой игры. Ну, я вам скажу так, это прям немного. Потому что что у нас было в видеоблоге, там у нас, получается, чел потратил, по-моему, больше. Не намного, но тем не менее. Вроде как бы больше он потратил, а здесь как бы, ну, неплохо, но все равно до хрена. По идее, я у нас должен потратить всего лишь 890 энергии, чтобы хотя бы по одному шажочку прыгать и меня нигде не откидывало. Вот такая тема должна была быть, но нет. Все-таки игра мне сказала: не, ну, братан, ты же серьезно, чтоб тебя нигде не откинуло. Что, меня зайдет, что ли, держишь какого-то? Нет, так не пойдет. Но тем не менее, неплохо. Так, а эта штучка у нас сразу накинулась мне на аккаунтик. То есть скинчики у меня сразу появились. Ну ты что, давай. Одеваем, соответственно, на вот эту вот штучку. Тоже мы с вами одеваем скинчик. Замечательно. И еще и устройство. А вот устройство не появилось. Устройство, ну, скорее всего, нужно придется мне немножечко обновиться, чтобы оно у меня зареспилось. По-другому, к сожалению, никак. По-другому она у нас и не появится. Но, тем не менее, цели мы достигли. Соответственно, прилетели на планету, потратили у нас не так много энергии. И надеюсь, что данный видеоролик вам понравился. И если это так, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами был Вайдер. Всем пока-пока.